Доброе утро, любители и ценители чужого развития. Мы снова с вами, Даниил Герасимов, Жень Ковенко и... Как там? Ванька Павлов, да. Ванька Павлов. Сегодня мы решили не снимать видео про то, как мы рассказываем, какие сегодня события, а просто проверим наши события, а именно наши лимиты. У нас брусья, турнички и отжимания. Посмотрим, кто сколько сможет. От минимума до максимума. Соответственно, будем считать и оставаться в тонусе. Готовы? Но... Пути подготовимся. Погнали. Так, наш первый испытуемый — это Иовенко Евгений. Так, подождите секундочку. Thanks. И также у нас есть... Будем его подсвечивать фонариком. Так видно хорошо, Ванька? Ну, относительно. А вот так? Так лучше. В лицо ему свети хорошо будет. Погнали. А если вот так? Не, это хрень. Она не на него светит. Ну, погнали. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять. Извините, загнули. 30. Раз, два. Смотрите на этого монстра. Три, четыре. 35 раз, Евгений Овенко. Овации. Красавчик. Так, ладно. Павлов Иван, Ванька, сколько ты сделаешь, как думаешь? Я рассчитываю на тридцатник. На тридцатник, хорошо. Павлов Иван, тридцатник. Женька, убедись, что у нас все четко снимает. Хорошо. Спина. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 1, 2, 3, 33, ну шикардос, шикардос, круто, погнали. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, а он встречается и не делает. 1, 2, 3, 4, 5. Давай. 4. 4. Брусья. 35 раз, 34, 33. Прям как стоим по росту. Вот так вот. Сейчас у нас турнички. Евгений Овенко приступает первый. Он у нас самый сильный. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 20. 20 раз Евгений Овенко. Потрясающе. Павлов Иван. Подтягивание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 20 раз. Вот это плотность результатов. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26 раз. С рывочками. Промежуточные результаты подтягивания. 20 по краям, 20. И наш сегодняшний чемпион в розовой футболочке Даниил Герасимов. 20, она красная! 26 раз! Поаплодировали! По всем поаплодировали. Устали, должны признаться, мы это делаем без передышки. Брусья, отжимания. Сейчас у нас... Ой, брусья, турники. И сейчас у нас отжимания по плану, правильно? Да, капитан. Евгений Овенко первый идет. Как самый выносливый. Давай, Женька. Мы все дружно считаем и верим в тебя. Максимум. Силы на исходе. Да, уже немножко подустали, но не отступаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, сорок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, пятьдесят.
Раз, два, три, четыре, пять. 55, Женька. Раз, два, три, четыре, шесть. 60, 60, спасибо. Раз, два, три, четыре, пять. 65. Раз, два, три, четыре, 70. 70 раз, Евгеньевенко. Ну это мощно, друг, мощно. Павлов Иван, следующий, пошел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, сорок. Просто монстры какие-то, парни. Я сегодня не хочу заниматься. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Терпи, брат, терпи. Семь, восемь, девять, 50. 50 раз, Павлов Иван. Смотри еще. Раз, два, три, 53. Давай, брат. Раз, 55. Давай, давай, давай. 56. Терпи! Терпи! 57, не сдавайся! 57 раз. Боль временно, слава вечно. 58. Красавчик. 59. Терпи еще. 60. 60. Красава. 60 раз. 70, 60. Мощно. Сложно просто. Погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, сорок. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, шестьдесят. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, семьдесят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, восемь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девяносто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, сто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давай, девять. 110. Раз. Ты, ничего себе, да. 111. Иди сюда. Итак, брусья. Женек разорвал всех. 35. 35, 34. 33. Подтягивание. Блин, я устал держать штатив, подождите. Давай. Подтягивание. 20-20-26, отжимания 70-60, 111. Это наши лимиты на сегодняшний день. Опять же, не чистый эксперимент, потому что упражнение после упражнения, мы реально устали. Это уже такая небольшая специфика. Ну и техника упражнений тоже не на высоте. Конечно, у нас у всех немножко разное. Кто-то халтурит, кто-то нет. Но в любом случае, это наши вот такие срезы. А на что способны вы, ответ можете дать только вы сами, правильно? Ну, а мы будем развиваться дальше. Женька? Поскольку вы проснетесь, насколько вы способны. И это тоже не без этого. На этом закончим. С вами были эта неимоверная троица. Всем отличного сегодня дня. Развивайтесь, будьте смелыми и двигайтесь вперед. А где Ванька? Вань, что это у нас? Число? Четвертое. Да, не помню, говорили мы, сегодня 24 число, и, конечно же, нашим любимым постскриптумом мы идем купаться, куда же без этого, правильно? Плюс 8. Плюс 8. 24 декабря. У лето. Меня все. На этом все сказано. Да. В Мурманске это хорошая летняя температура. Доброе утро. Да, добренькая. Женька, что сказать хотела? 7 дней Нового года, неделя осталась. Прекрасная погода, юга, снег. Между прочим, купили вы подарки своим любимым? Если нет, то срочно бегите в магазин, потому что потом будет поздно. Если у вас нет денег, не бегите. Пока скидка в Литуале, можете сбегать. Скидка в Литуале? Вань, как раз для тебя. Опля. Вот такие вот у нас красавцы. Уникальная методика. Женька,
Потому что повернемся на свет, чтобы нас видно. Нас так прекрасно видно. Уникальная методика. Ваши яйца увеличиваются в размерах, несмотря на то, что уменьшаются. Как-то вот так вот. Да. Хоть и на улице плюс 8, но вода прогреться чуть не успела. На удивление. Ага. Ладно, всем жаркого четверга. Получайте удовольствие от жизни. Погнали.